прошли мероприятия, организованные нашей партией по празднованию 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. К сожалению, в целом ряде мест, даже при наличии разрешений, были допущены вообще-то провокации с нашей точки зрения, когда в день проведения администрации муниципальных образований меняли свое решение, запрещали шествие. Считаем это недопустимым и провокационным. Сегодня у нас 34 вопроса в повестке дня, 3 по сокращенной программе, 24 основных, ну и из которых хотелось бы отметить вопрос о досрочном освобождении двух аудиторов. Мы считаем, что вот это вот есть как раз образчик, когда очень своих надо трудоустроить, поэтому убирают уже менее своих. Поэтому вы увидите, что некоторые осрамившиеся на выборах губернаторы вдруг окажутся аудиторами счетной палаты. Причем при том, что по 4 заместителя, если я не ошибаюсь, находятся или в тюрьме, или уже под следствием. Я считаю, что таких людей вообще так в счетной палате на пушечный выстрел нельзя допускать. Хотелось бы также сказать, что мы сегодня вносим 4 законопроекта. Первый законопроект – это внесение изменений в 2 статьи Закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, которые бы мы предлагаем внести ответственность кандидата, снявшегося со второго и далее туров, в части возмещения всех расходов на выборы. Потому что вакханалия, которая происходит сегодня в Хакасии, она в принципе, с моей точки зрения, дискредитирует не только саму систему выборов, но и полностью, в общем-то, высвечивает весь произвол, который сегодня есть. Ну, вы знаете, что после бегства за час до 12 часов действовавшего тогда губернатора Зимина, после него последовательно снялись представители «Справедливой России» и так называемой «Партии Роста». Сегодня, несмотря на отсутствие вообще-то права голосовать и наличие избирательных фондов, партия власти в полном объеме ведет антиагитацию в средствах массовой информации, выпуская, в общем-то, печатные газеты, прессуя бюджетников в части срыва выборов в Хакасии. Мы считаем это недопустимым и будем требовать привлечения к ответственности всех тех, кто грубо нарушает закон о запрете вмешательства исполнительной власти вообще в избирательную систему. Кстати говоря, на Западе во многих странах это квалифицируется как захват власти, и меньше 20 лет за это не дают. Кроме того, мы вносим, получив заключение из правительства, 2 закона касательно введения плоской шкалы страховых взносов в пенсионный фонд, потому что вы знаете, сегодня, к сожалению, все богатые платят 10% страховые взносы, а вся голытьба платит 22%. Мы считаем это недопустимым. Кстати говоря, расчеты показывают о том, что при введении даже плоской шкалы, не говоря уже о прогрессивной, у нас дефицита бюджета в пенсионном фонде не будет. Понимаете? Кроме того, мы в очередной раз вносим законопроект, получив заключение правительства, о необходимости национализации производства и продажи ликероводочной продукции. Вы знаете, что у нас сегодня порядка 760 тысяч наших сограждан умирают от болезней, связанных с алкоголем. Примерно 50 тысяч травятся от некачественного алкоголя. Кроме того, если вы посмотрите поступление в бюджет, то сегодняшняя система, в принципе, стимулирует ускоренное обогащение теневой экономики. И вот власть там вносит массу так называемых антитеррористических законов. Но с нашей точки зрения, самые террористические – это вот это. Потому что самые теневые деньги, разливаемых в подвалах ликероводочных изделий, они как раз и могут стать детонатором любых событий. Прежде всего, хочу поздравить вас со вчерашним праздником. Великая Октябрьская социалистическая революция кардинальным образом изменила вектор развития нашего государства. Мы показали всему миру новые принципы отношения общества и власти, основанные на стремлении к социальной справедливости. Но как и 100 лет назад, мы находимся на новом витке трансформации всей мировой системы, политической и экономической. И в этот период особенно важно единство
власти и людей. Очень важно, чтобы они слушали и слышали друг друга, чтобы мнение каждого человека, каждого региона учитывалось. К сожалению, сейчас федеральными чиновниками этот принцип соблюдается не всегда. Зачастую те правила, которые принимаются на федеральном уровне, сложно исполнимы на местах. Приведу несколько примеров. Один из них – это новые правила обращения с отходами, разработанные для крупных городов, миллионников, для Москвы, Московской области, они, по сути, неисполнимы на местах зачастую. Например, в Иркутской области есть такой поселок Ербогачон. Это административный центр района площадью с Франции. При этом проживает там людей меньше 5000 человек. И вот, исходя из правил, разработанных в Москве, мусор оттуда должен вывозиться в город Братск, который расположен в 500 километрах от Ербогачона. При этом, если учесть, что круглогодичное сообщение с поселком, с Ербогачоном, возможно только самолетом, видимо, предполагается, что региональный оператор должен возить мусор грузовыми бортами. Это, конечно, абсурдная ситуация. Еще один пример – это с зарплатами учителей в малокомплектных школах. Правила по компенсирующим и выравнивающим выплатам, которые разработаны на федеральном уровне, по сути, приводят к тому, что учителя малокомплектных школ могут претендовать только на зарплату в 15-18 тысяч рублей. При этом надо понимать, что малокомплектная школа – это зачастую маленькое, старое, деревянное здание. И у нас в Сибири есть прецеденты, когда этим зданием больше, чем 100 лет. В нем учатся 20-30 учеников, их учат несколько учителей. И эти учителя делают не менее важную работу, и причем в более суровых условиях, чем учитель в Москве или в другом крупном городе. При этом непонятно, почему он должен получать зарплату, на которой практически невозможно выжить. И таких примеров можно приводить много из разных областей жизни. И возникает вопрос, почему федеральные чиновники не видят вот этих чаяний людей, живущих в отдаленных уголках нашей страны. На наш взгляд, проблема в том, что они или не знают, или забыли, как живут люди на местах. Исходя из этого, я хочу предложить коллегам ввести принцип ротации для федеральных чиновников, чтобы было бы правильно, если бы федеральный чиновник, который претендует или занимает руководящую должность, каждые 3-4 года уезжал работать в регион и возвращался оттуда, исходя из результатов работы, полученных там. Этот принцип хорошо себя зарекомендовал в силовых ведомствах, он позволяет не отрываться от реальности, позволяет знать, как живут люди на местах и учитывать их при выработке тех норм, которые есть. Еще одна причина, на мой взгляд, в том, что федеральные чиновники зачастую относятся к людям, живущим на отдаленных территориях, как к обузе для государства. Они считают, что экономической целесообразности от них мало, а расходов на создание и поддержание инфраструктуры для их жизни, наоборот, много. Ну, конечно, это абсурдный подход, и его можно проиллюстрировать там, тем, что как развивалось наше государство, что на протяжении столетий государство предпринимало меры для того, чтобы как раз в самых удаленных уголках нашей страны жили люди, жили наши граждане. И, по сути, люди, живущие там, выполняют очень важную государственную роль. Они и позволяют нам удерживать эту территорию, и создают условия для того, чтобы недра там добывались, те богатства, которые составляют основу благосостояния нашей страны. И было бы справедливо, чтобы эти люди, чтобы уровень жизни этих людей был не меньше, чем у людей, живущих в Москве и в других крупных городах, а возможно даже выше, в виде компенсации тех условий жизни, в которых они живут. И того, что они у них нет доступа к инфраструктуре по рекреации, по здравоохранению, по образованию. Это было бы справедливо. Спасибо. Вы знаете, здесь вот добавляю к тому, что сказал Михаил Викторович, вы знаете, что в течение месяца примерно происходят забастовки на золотых приисках, принадлежащих Виксельбергу. В чем причина? Те, кто добывает золото, если верить средствам массовой информации, получают по 10-15 тысяч в условиях Камчатского края и Магадана. Ну, вы себе можете представить? Там, в общем-то, любой витамин стоит примерно столько же за килограмм. Если посмотреть второй вопрос, вы, возможно, некоторые не знаете. Ербогачон – это там, где снимался известный советский сериал «Угрюм река». Это очень суровый край на севере Иркутской области, от областного центра он почти 2000 километров находится. Поэтому это говорит о том, что
в принципе, многие законы, которые у нас принимаются, они настолько оторваны от реальных требований, потому что ну, Франция многократно меньше, чем у нас страна, да, или Великобритания. Но если вы посмотрите, то у них как бы дифференциация условий даже для разных графств в условиях небольшой разбросанности очень как бы учитывает местные условия там и возможных наводнений, и возможных температурных скачков. У нас же при таком объеме, в принципе, если вы посмотрите, то почему идет отток людей с северов и Дальнего Востока? Потому что у нас решаются вопросы освоения средств с целью обогащения узкой группы лиц, а не освоения территории и расширения потенциала страны. Именно поэтому, вы если посмотрите, у нас на правительственных часах вот часто меняющиеся министры по Дальнему Востоку рассказывают о триллионах, а реально там и десятки миллиардов не укладывается, понимаете? Потому что идет такой лукавая эквилибристика со статистикой и, ну скажем так, мнимыми деньгами. Но при этом реальные деньги зарабатывают узких круг ограниченных людей, которые уже стали иностранными гражданами и в Россию ездят на шабашку.